Блэк Бакарди, твоя мама в моей кровати. Итак, смотрим. Так, Шмашенко идет дальше прокачивать своего персонажа, самурая. Сегодня будет ли финал, вопрос поступил. Нет. Сегодня идет прокачка, раскачка и убийство первого босса Мордора. Пожалуйста. Я что-то не помню. Плачу пятак за победу над Маленья в Элен Рин. Удачи. Хорошо, давай найдем его сначала, потом убьем его. Вот эти жуки скоробеи, кстати, ингредиенты дают. Да-да, воскрешение. Привет, парируй. Да ебаная, сука, ты что, интернет не блять? Чук, ты умер. Ебать! Дед, когда ты перестанешь вести себя как женщина и помиришься с Кёрнизом, он на своих стримах говорил, что несколько раз просил у тебя и Вати прощения, но ты как обычно отвечал хуй по типу. Кто это? Как теперь банку восстановить? Не понимаю. Как флягой пользоваться? Где фляга потекла? А сколько у тебя жизни и скилл в этой игре? Дохнешь от ебучих. И как оказалось, джойстик тут ни при чем. Абсолютно. Это руки из пробки растут, да. Просто я новичок гейминга данного. Парировать будем? Блять. Парировать будем? Парировать будем? Погоди, я все понял. А как щит тогда ставить? Щит как защиту ставить. Привет, это Дима. Совсем сдаешь позиции. Я бы уже на нумпаде прошел. Дима, давай откисай. Хорошо, как щит этот? Если прыгать на F. Shift это рывок. А, все понял. Ротик закрываем, у меня с управлением есть, да, некоторые, так сказать, тормозительные действия, но это все первоходка. Потому что я давно не играл в эту игру, я забыл, как что нажимать, блин. Надо просто самое простое, да. Призвать, а зачем он нужен уже, лох? А, вот тут сейчас босс будет. Сколько можно ждать операцию в КС-ке? А ждать не нужно. Операция Jungle Blade на Epic Drop — это лучшее, что могло с тобой произойти. Почему? Да потому что операция стоит 600 рублей, но для тебя по специальной ссылочке снизу она бесплатная. Экономия на ровном месте. Да потому что первые квесты операции — это подписка на соцсети, открытие бесплатного кейса и прочая легчайшая хрень. Да потому что уже за 15-й квест ты получишь случайное тайное АВП, за 30-й и 45-й перчатки, а за 60-й последний квест операции ты получишь гарантированный бесплатный нож. Операция продлится всю весну. Прогресс квестов сохраняется. Выполнять задания можно хоть каждый день, поэтому советую начать тебе прямо сейчас. Ссылочка находится снизу. Да, здесь сейчас босс будет. Смотри. By the flame of ambition. Это первый босс, да, типа? Я его сейчас убью, Сейчас я его попущу по бэрику. Не понял. Подожди, я его не ударил. Хорошо. Понял. Речь, Лекси
видел, как члены залетают, Сука, какое же управление выебищное, ну реально конченое. Управление в этой игре отвратительно. Я дружу и общаюсь с хорошими людьми, с долбоебами не вожусь. Встань ты, тряпка! Блять, какой же, сука, лох! Он конченый! Он встает, как, я не знаю, ну он же дебил, реально на него, сука! Сука! Блять, переломаю, сука! Сейчас его убьют, ты один будешь за всех. Блять, малыш, текай. Блять, ты убали, блять, урод! Сука, ебать! Разбежавшись, прыгнул со скалы. Вот я был. И вот меня не стало. И теперь, когда себя возненавидишь, то лишь осон за кого ты потерял. Да иди нахуй, только хпшку восстановил. Блять. Сука, надо почувствовать монстра. Да блять. Ха-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 
сука, я убью его сейчас. Она видит? Нет. Пиздец какой-то, этого быка сейчас сражу, нахуй. В натуре этот бык, сука, сейчас доиграется, он сейчас будет попущен, нахуй. Просто сейчас я, сука, пойму, как правильно действовать, нужно привыкнуть к нему. Поведение изучить, что называется, чмошное. Чрезвычайное происшествие. Почему меня первого? А нет, ты меня. Бля, пока нам не ебан. Как же мне увернуться от удара, который меч 2 метра, ну ебанька, блядь. Да, блядь, не приседай, дурак. Что в этой игре на мягкий знак? А тут твердый знак, мягкий знак, твердый знак, мягкий знак, твердый знак, мягкий знак, твердый знак, мягкий знак, твердый знак, мягкий знак,
Твердый знак. Мягкий знак. Блядь. Твердый знак. Блядь, да ну как? Твердый знак. Да как его меч достает на таком расстоянии, ублюдок, а? Мягкий знак. Или у него меч длинный, как мой хуй. Я не понимаю, как с ним совладеть. Не помню, суперудар-то верхняя кнопка или нет. Для присядки мягкий знак и держать твердый хуй. Нужно нажимать для присядки мягкий знак и запятая собака. Это комплекс собака. Я не знаю, надо просто убрать функцию приседания, наверное, пошел постоянно над гарпатами бегать. Гарпаты, все. Типа, ну я не смогу так играть, пока этот дебил просто гарпатами бегает, все. Я его все равно убью, не надо мне ничего подсказывать. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я не помню, щит помогает от ударов этого вообще босса или нет. Мне кажется, щит вообще здесь не работает, да?
Ничего, смейтесь, смейтесь, сейчас как научусь играть, вы потом еще будете гайды просить от меня, школьники. Вылез игры и поглупай лучше не продав. Надо просто привыкнуть к управлению ебаному. Удары правильно делать надо. Кто, рапа прошла? Да, это... Не заметил, что цену озвучки повысил аферист. Ну так я повторю, даже чародей Рокер не помогает. Парень, какой-то женственный день. Не пойму ты, новичок. Не слышишь? Я понял, ты новичок. Новичок, а? Ай, Рокер. Что, Валер, вот и все. Пришло время смотреть фундосные гайды от индусов по прохождению игры. Про Куплинова я вообще молчу. Там челпяткой этого что со своим. Снимемся, да. Вот и думай. А ты в Элден Ринг прыжками играешь. И босс тебе устроил челупу. Все потому, что в Путин. Ну а Рамзанка... Дедуля, не слушай, они все через это прошли. У тебя лучше получается. Не сдавайся. Кстати, почему решил на джойстике проходить? Да. На джойстике, блин, не знаю. Да я и так играю. Сейчас я просто, мне надо привыкнуть к ударам, к управлению. Вот. Удар в прыжке. Вот ты что, подходишь, прыгаешь и бьешься или что? Это, блин, какая-то магическая хуйня. Это просто удар лайтовый. Это такой удар. Можешь все подряд нажимать, типа, чтобы он ударами хуярил всеми. Thank you.
карману переключился уёбок, блядь. Как он это сделал? Фляги эти ебаные переключил. Щит взял, ублюдок. Как убрать щит этот, сука, теперь? Не, вот это удары в прыжки, это вообще бесполезная хуйня, это походу меня наебали. Удары в прыжки, это вообще пиздец, он просто пока летит, этот хуже просто успевает бить, ну типа вообще бесполезный удар. Не стрёмно с фантомом играть. Уже Керни зато тоже хвалится каждый раз, что игру прошел. Правда, бегая с трех фантомами, спроси среди чата за наверху, тебе быстро игру пройдет еще один кейс именно Коляр. Ничего. Почему, кстати, почему он может меня скидывать, а я его нет? Что за бред? Мне кажется, этого босса убивать вначале не нужно. Он типа сильный. Нужно прокачиваться, чтобы его убить. Ужёбок, сука, вы видели, как он стоит, стоит, и потом раз, и бьёт, дебил. Да, мне кажется, это реально тот босс, который самураем вначале не убить. Ну, типа, пиздец, какая должна быть удача, чтобы его убить. Блять, а как перекатываться? Почему он постоянно не перекатывается? Он просто прыгает, как дебил. Почему он не перекатывается? Ну, да. Почему он как дебил прыгает? Он же вроде перекатываться должен. Нет? Блять, а где оружие, мое? Где оружие? Ох, и мразь. Ой, говно.
вообще? Ну тут да. Кого добивать? Слышишь? Боже, ты как-то нежно играешь. А, так ты на Б, я как блан прыгаю, блядь. Ты новичок. Ты надо новичок? Перекатываться, а не прыгать. Ты новичок. Как девочка и перекатывается. Все равно я сейчас его убью. Мне нужно понять, какими ударами его убить. Я все подряд хуярю. Боже, тупое создание. Это тебе не смута, где нужно просто клацать мышкой и убивать ребенка. Ты можешь понять, как босс тебя атакует и уклоняться, если не можешь прокачать персонажа. Позорище. Ебаник, закрой, девочка. Ты смотри, сейчас морду закрываешь, а я констатирую то, что мне сейчас хлопнули. Знаешь, что я думаю? Может, все-таки начать бить только тогда, когда полная стамина. Потому что чем больше стамины, тем больше ловкости, соответственно. Да, мне кажется, он сейчас точно умрет. По идее, да. Ты
Блять, а как я ульту? Так ульта, за блять. Фонарей, сука, нажал. Тут вот было подо мне мышкой бы играть. Мышкой, ты хоть, блин, быстрее можешь крутиться, реакция будет больше. Почему меня постоянно эти голы, этот удар был? Да убью его сейчас, просто дело времени. Кувыркаться тоже надо уметь, это и есть мастерство. Это не в линейке тупо плюхи кидать в комбо-сете. В смысле уворачиваться? Там не получается уворачиваться, там просто нужно рандомно крутиться вокруг него, и там уже как попадет, он не попадет, вообще похуй. Ну, меч можно усилить, правильно понимаю? Надо в пещеры всякие ходить. А что так дорого стоит, я не понимаю. Типа, где мне брать это все? Чтобы это все усиливать. Надо, короче, ходить по миру и просто качаться.